Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Юрщик. Мы находимся в GTA 5. Это шоу «Битва БУ Тачек». Здорово, народ! Итак, ребята, перед вами располагается большой куш прямо на таком вот столе. Сейчас мы бросим кости и узнаем, какая же сумма нам выпадет для покупки БУ тачки. Ну что, ребят, у нас есть 100 тысяч, это фиксированная сумма, и мы прописываем в чате /roll до значения 600, то есть максимум нам может выпасть 600 косарей. Так, ну что, в принципе, ты готов? 485, Юрки, тысяч, а у меня... 350, то есть получается мы суммируем значение плюс 100 тысяч, то есть получается у меня 450 тысяч долларов на покупку автомобиля, а у Юрки почти 600. Ну что, друзья, собственно говоря, деньги мы получили и полетели на БУ рынок. Итак, друзья, вот я и прибыл на авторынок, который располагается прямо около казино. И, друзья, здесь у нас стоят прям максимально дорогие тачки, и что у нас здесь есть? Так, это, ребята, у нас Noble M600, и он стоит 421 тысячу долларов. А у меня получается, что 450 тысяч. Далее, друзья, у нас стоит просто обалденная ламба. Это у нас Авентадор, к тому же еще и Родстер. И стоит он всего лишь 345 тысяч долларов. Это не так уж и много. Да, я бы взял его. Так, потом у нас стоит Бентайга, причем необычная какая-то. И стоит, в принципе, она тоже не так уж и дорого, 331 тысяча. А далее у нас, ребята, стоит Майбах, который стоит 777 тысяч долларов. Это, ребята, это очень дорого, да. Так, у нас здесь стоит еще также розовый Rolls-Royce и желтенькая R8. Как у Булкина была. Ну, в принципе, я думаю, что, ребята, выбор очевиден. Я беру машинку, которая мне понравилась прям сходу. Это, ребята, это вот ламба. Поэтому давайте сейчас я ее куплю, и после этого я уже продолжу. Кстати говоря, совсем недавно я смог по большой скидке купить крутую тачку на всем известном вам проекте. Речь идет, конечно же, о NextRP. Cadillac Escalade Premium. И знаете что? Сегодня эту машину я буду покупать. Посмотрите, что мы сделали. Ну, я думаю, ребят, это реально классные номера. То есть такая прям, не то чтобы вот просто совпадение номеров, а еще регион совпадает. Ну, цвет, ребят, я думаю, здесь как бы, ну, безоговорочно, просто черный. Турбонадув 5-го левела. Вот это мы сейчас джекпот словили, отлично. Ну, на стиле, ребят, номерочки. Просто обалденные номерочки. Черный цвет, под лимузин закатанный. И, ну, колеса, в принципе, колеса смотрятся неплохо. Конечно, эти колеса больше подошли бы куда-нибудь там на спорткар какой-нибудь, но на Escalade тоже смотрится неплохо. И у нас там стоят такие детали, что он выжимает 200 просто с лету. Так, ребят, сейчас мы замерим максималочку. Тихо ты, псих, на скутере. По тормозам-то чё? Тормоза у меня же не стоят. Так, все, тапку в пол. Опаснейший Escalade на опаснейших номерах. Играйте на NextRP вместе со мной, а ссылочка на проект есть в описании. Так, ну что, дорогие друзья, я купил себе ламбу, это просто офигенная тачка. Тоже купил себе Юркой, о май гад. Ну да, я в принципе подозревал, что Юрке больше денег, поэтому он купит тачку покруче. Короче, но знаешь, это 812 суперфаст. Я не стал мусолить вообще ничего, я купил с нуля ее, понимаешь? Ну да, она прям новенькая, прям чистенькая. Блин, просто, ребят, эта машина стоит очень дорого. Конечно, я не уверен, что ламба стоит вот именно с салона дешевле. Если я, ребята, ошибаюсь, то в комментариях напишите, у кого из нас машина дороже. Но я знаю, что в GTA, это, ребята, Феррари, по идее, быстрее. Но это мы еще узнаем более точно на испытаниях. Так, давайте мы их все прокачаем по-быстрому. Прям вот все, что можно сделать. А сделать можно немного на эту ламбу. Можно повесить... что-то я не вижу, что. Что-то меняется, не вижу, что меняется. Я, ребят, хочу изменить только колеса. Колеса — это единственное, что меня, в принципе, интересует. Можно какие-нибудь вот такие прям жестко гоночные колеса поставить. Даже не знаю, как они смотрятся. Как по мне, чисто колхоз. Но почему бы не сделать колхоз? Давайте мы, не знаю, вот ББС-ки поставим. Блин, ББС-ки на ламбе. Это, конечно, жестко смотрится, но пускай будут, ребят. Колхоз, очень я обожаю колхоз. Так, но... спица. Да, спица — это самое главное. А я сегодня желток. Желток. Окей, ребят, в принципе, машинки мы прокачали, ну, по минимуму, можно сказать, да, и полетели на первое испытание. Итак, дорогие друзья, вот мы и прибыли на первое испытание. Это у нас Drag Racing. Я думаю, что сейчас, конечно, Феррари меня порвет, но это пока не я точно. Я тоже думаю так. Давай отсчет. Раз, два, три. Так, ну старт у меня вроде как... Старт у меня хороший, а вот что по поводу... Да, просто пошло. 200. Просто Ферыч пошел, офигеть, как стоящего. 250. Ну, салон просто 270. Лакшери, конечно, у этой ламбы.
250. 296. 250. 200. Ну, короче, я догадывался, да, что Фирыч будет быстрее, чем Ламба. Ну, окей, я, в принципе, не теряю надежды. Ну и, друзья, полетели на испытание под названием Дерби. Итак, дорогие друзья, вот мы и прибыли на испытание под названием Дерби. Давай, Юра, счет. Раз, два, три. Погнали, так. Воу-воу! Нихера, я перелетел просто с площадки. Давай, как ты выехал? Ты у тебя задняя ось уже болталась, Али, да, дядь. Да, у меня заднее колесо в воздухе было. Вот это вытащил, конечно, Ферыч. Чё? Чё ты хочешь? Я тяжелый вообще. Ты капец тяжелый, да. Я тяжелый, смотри. Ты просто даже ничего не можешь сделать. Допустим. Да нет, пошел ты! Юра, мне это вообще прям не нравится. Да ладно, ты смотри, что он делает. Да, нет, да пошел ты, я хочу жить, я буду жить. Смерть носкам. Нет, я, блин, просто, не, ну ладно, Феррари это просто... Не, ну это просто чит Феррари, да, все понятно. Как будто внедорожник. Да. Окей, ребят, записываем баллы, полетели на третье испытание. Итак, дорогие друзья, время для испытания под названием спринт-гонка по городу. Ехать на почти 4 километра, и давай, Юра, счет. Раз, два, три. Go! У тебя нет шансов, молодой. Ну, я догадываюсь. Ну, у меня, в принципе, вот разгон до сотни мне получается лучше. А потом... фига, пошел просто по-французски. Просто улетел. Я хотел, короче, бочком зайти, но что-то пошло. Так. Осторожненько. У тебя ускорение неплохое, кстати. Ну, у меня, да, у меня вот до сотни хорошо он разгоняется. А вот дальше, то есть, у тебя просто идет большое-большое преимущество. Охренеть, это что было? Я, ой, спасибо, спасибо. Ты у меня пингуешь, да, я что-то пинганул сейчас, да. Еманал! Так, а что ты реально пингует так? Алле. Это ты пингуешь? Да, еманал. Юра там, да ё-моё, хорош пинговать, алле, город. Так. Воу-воу-воу-воу. Фига, что тут тебя носит? Фига, ты зашел бочком по красоте. Вообще шикарно было, если бы ты меня еще не поцарапал. Я вроде бы тебя не трогал. Опять пинга. Пинга, да. Так. Я, конечно, еду просто. Да ё-моё, хорош пинговать. Я в хаммер врезался. Капец, у меня все пингует, что за бред? Город как будто загружается заново, знаешь? Да, все, maybe, кстати. Так. Ну, я пока первый, и... Ё-моё, какая у меня приборочка просто сасная. Что такое? Мне кажется, если будет бездорожье, меня будет носить. Ой, а я еще не туда поехал. Ты не туда поехал? Ой-о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 й. Нормально. Убили негра. Ни за что, ни про что. Та-та, завалили. Так, ну я все. Я проехал поворот. Ты проехал? На мост не попал. Все, короче, я финишировал. Нормалёк. Короче, я что-то вообще зафейлил. Задумался, пока летал, там сходил. Ясненько, ребят. Получается, я здесь зарабатываю свой первый балл и полетели на четвертое испытание. Ну что, ребята, время для испытания под названием «Прыжок в длину». Ваше любимое испытание. Давай, Юра, поехали. Давай, я поехал. Да. Так. Офигеть, она летит далеко. Ну ты вообще, нет, у тебя прям вообще она офигенная, вот реально. Да, ты пошел, да? Какая скорость? 400. Так, у меня только сейчас 400, и кажется, я... Нет, максималку 500. Не разгоню. Максималку не разгоню. Так, у меня максималка. Максималка, да? 490, летит, короче. А, слушай, а летит-то неплохо. Ну, я... Ой, хорошо летит. На шоссе, слушай. Да? Фига там улетел. Нет, она улетела. Стриптиз-клуб, короче, почти фига. Я прям попал между мостом и крышей, нормально. И ясно. Окейшки, ребята, получается, что Юра забирает свой балл и полетели на последнее испытание. Итак, дорогие друзья, время для последнего испытания и последний шанс моей Ламбе вырвать второе очко. Да, давай счет. Раз, два, три. Гоу! Ю-ху! Так, ну меня она стрелять должна. Ой, я кого-то раздавил там, кажется, птенчиках. Камень раздавил. Воу-воу-воу-воу-воу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, нормально. Оп, Юрка! На колеса, о, идеально. Нормально, хорошо. Оп, ай, не хватило разворота. Оп, хей, ла-ла-лей. Так, что-то я в лес уехал. Нормально так ты тут пролетела сейчас. Воу! А, я тебя вижу. Охренеть, просто. Ема, я просто скажу, как будто на скейтборде. Ема, бэкфлип Росто сделал, наверное, или как это называется? Это флип назад так-то. Ну, а я, наверное, вперед сделал, как они называются. Фронт. Фронт-флип, понял? Да стой ты на колеса! Почему ты лежишь, Юрка, догоняет? Пошел ты. В смысле ты меня обогнал? Изи вообще, чё.
У меня просто в начале были проблемы. Нет, только не... Да-да-да, прямо, нет, да я прилетел. Я видел это. Я почти... А, ты был первый попал. Я почти приземлился прямо... Да что за херня? Просто чуть-чуть сверху. Вот обидно. Ясно, ребята, конечно, получилась серия. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал Юрки, ссылка в описании. Всем удачи и всем пока-пока.